Здравствуйте, это программа «Край добра». Мы исполняем мечты детей, чье детство украла болезнь. Наши герои – маленькие борцы, те, кто не сломался, несмотря ни на что, верит в свое выздоровление. Сегодня мы приехали в Каневскую, к Никите Александрову. Ему всего 12 лет, но вместе со своим танцевальным коллективом он уже объездил почти полстраны, а также успел побывать и за границей. Ну что, идем знакомиться? Привет. Здравствуйте. Меня зовут Яна. Никита. Никита, мы сегодня приехали к тебе в гости. Ничего себе, сколько медалей. Это чья такая стена славы у вас? Моя, собственно. А что это за диплом, Никит? Были в Болгарии, вручали. За высокие творческие успехи. Да. А что ты там делал? Выступали, танцевали. И сколько ты уже занимаешься танцами? С детского сада. Это диплом с ТОПСа. За танец я провела школу, мы станцевали его, заняли первое место. Это там был фестиваль у вас, да? Да. Так, а вот это я вижу, это губернаторская награда у тебя. Да, диплом, номинация «Я люблю тебя, жизнь». Стань первым. Да. Ну, ты, я смотрю, молодец, а это вообще у нас как президент. Со школы. Со школы ты такой вот солидный. Беседу пришлось прервать. Никите необходимо сделать укол. Из-за болезни, которую обнаружили 2 года назад, парень живет от одной инъекции до другой. Признаков не было никаких. 12 числа, 12 марта, у него день рождения. Вроде нормально, все хорошо, как бы бегал. Потом просто слег. Буквально 2 дня. Ну, я думала, простуда. Как бы просто понаблюдала за ним. Особого соплей, кашля не было. Единственное, я помню, что он перестал кушать и просил все время пить. Полночи он уже начал как бы, знаете, как бы забытие кидаться. Обычно он у нас скорую очень боится. Если он болеет, там, ну, как мама думает, хитрит. Я сейчас вызову скорую, сразу, ой, нет, не надо, все прошло. А это уже, наверное, после 12 он уже просто взвыл, он взмолился, он кричал сам, вызови скорую. Ребенку становилось все хуже. Врач скорой помощи принял решение о срочной госпитализации. Никиту прямо в одеяле перенесли в машину и отправили в больницу. Он никого не узнавал. Когда мы его подняли на ножки, хотели одеть, он уже, у него начали как судорога, руки, ноги у него выкручивают. Он уже не стоял на ногах, он уже вот в таком состоянии. Мальчика увезли в реанимацию. Его мама осталась ждать у дверей. В течение 8 часов врачи боролись за ее сына. Для Марины это самые страшные 8 часов ее жизни. Спасибо моему старшему сыну, что он был со мной рядом. У меня просто начали руки отниматься. И Тёмка, когда сидел со мной рядом, он меня держал крепко за руку, говорил, мам, все хорошо, мам, все хорошо. Ну, я реально, я думала, сейчас выйду с больницы, а потом просто им сдернусь. Состояние ребенка стабилизировалось, но диагноз для Марины стал полной неожиданностью. У Никиты обнаружили сахарный диабет 1-го типа. Это тяжелое заболевание эндокринной системы, при котором повышается уровень глюкозы в крови, вследствие чего может развиться и диабетическая кома. Ну, доктор мне сказал, вы знаете, что это у вас уже даже не вчера он, запущенная форма. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, 2 месяца он уже, сахара у него. То есть для сахарного диабета 2 месяца это считается запущено. Это был удар для матери. В голове только одна мысль. Диабет. Откуда? Нам сказали, это на нервной почве. Ну, у нас тяжелые были жизненные ситуации, у нас был тяжелый развод. Отец Никиты продал квартиру, и Марина с 2 несовершеннолетними детьми оказались на улице. На фоне всего этого, на нервной почве, вот так сказалось это на ребенке. Со временем болезнь удалось взять под контроль. Марина с Никитой прошли настоящую школу с уроками и лекциями. Научились измерять сахар в крови, считать хлебные единицы, вводить с помощью шприцев инсулин. Первый год мы жили вообще с блокнотом, мы записывали все, завтрак, обед, ужин. Сколько съел, что конкретно съел, на сколько единиц, какой был сахар, сколько укололи. Вот это все, ну это целая наука. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, но нет. Беда вновь постучалась в дом Александровых. Никиту жестоко избили.
в школе он кололся. Убегал и в библиотеку, убегал там куда-то, ну, чтоб не видели, чтоб не дразнили. Детки разные, сейчас много очень злых. Было такое, что в школе его избили, девочка его побила, девочка. Да, била ногами, била именно в поджелудочную, в печень. Мы снимали побои вплоть до того, мы привлекали милицию. После случившегося здоровье подростка резко ухудшилось. Его перевели на домашнее обучение. Танцы пришлось оставить. Он бывает плачет и говорит, почему я не такой, как все? За что мне это все? Зачем вы меня спасали? Лучше бы я умер. Жизнь паренька напоминает американские горки, с которых невозможно сойти. То вверх, то вниз, то взлеты, то падения. Вернуть интерес к жизни помогли танцы. Никита вернулся в родной коллектив, и здесь его встретили как героя. После больницы мы пришли, как раз у них была репетиция, а ему еще нагрузки никакие нельзя было. Мы просто зашли в зал, и, конечно, весь этот большой коллектив на сцене повернулись, и все стоя аплодировали. Когда он лежал в реанимации, мы очень переживали, боялись потерять Никиту, потому что один из танцоров, из лучших танцоров, конечно. Ребенок как-то изменился вот, до болезни и после? Ну, он более ответственный стал. Танец для Никиты – как пульс, сердцебиение, ритм его жизни. Двигаясь в такт мелодии, он может забыть обо всем на свете, но только не о своей болезни. Он не падает духом, он стремится заниматься, он старается. Вот. И, конечно, когда ему плохо, ему, конечно, ему жалко, что все занимаются, а он сидит. Я чувствую, когда у меня сахар низкий, когда сахар низкий, голова кружится, руки дрожат. Высокий я не чувствую, у меня бывает просто меряю. Спрашиваю у руководителя, можно померить сахар, отхожу и меряю. Потом прихожу, померяю, говорю ему, там такой-то такой сахар. Прям очень хочется сладкое, бывает, сахара высокие, я понимаю, что нельзя есть, но бывает, маме говорю, можно, пожалуйста, нет сахара высокий, ну и ладно, повернулся, ладно, буду свое делать. Съел, сахар высокий. И тогда Никита расплачивается за собственную беспечность, дополнительные проколы глюкометром и дополнительные инъекции. Сложнее всего уследить за уровнем глюкозы в крови ночью, когда сахар неожиданно поднимается или падает. Там две опасности. При низких сахарах, как вот у него кружится голова, он теряет сознание. Вот. А при высоком судороги и так далее, все последствия опять-таки к предкоме, к коме мы придем. Вот этим опасно, это надо контролировать. Нам ночью приходится его мерить. Пальчики, они заколоты до такой степени, что она кровь не дает. Вот он прокалывает, он ее давит, давит, она не дает. Он увеличивает иглу, чтобы она глубже колола, но это, естественно, больнее. В 3 только померили, пока уснули, в 5 опять надо мерить, опять в 5, потом в 7. Ну, в общем, практически ночи бессонные. Никите нужна инсулиновая помпа с совмещенным датчиком глюкозы в крови, которая с помощью специальной программы сама измеряет уровень сахара и вводит в организм определенное количество гормона инсулин. Стоит такой прибор порядка 200 тысяч рублей. У Александровых таких денег нет. Старшего брата забрали в армию, а мама с Никитой живут на пенсию мальчика на съемной квартире. Никита, а что мы с тобой раскрашиваем, скажи мне? Фрегат. А каким цветом мы будем раскрашивать с тобой мачты? Какой? Оранжево можно. Никита, ты видел когда-нибудь такой парусник на море? Нет, не видел, но хотелось бы очень сильно покататься, походить под парусом, поплавать на волнах. Как моряк? Да. Никита, я хочу тебе подарить маленький подарок. Его передала тебе героиня нашей прошлой программы, Мария Головина. Это ангелочек. Тебе на память, но и не только на память. И я думаю, что именно он поможет исполнить твою маленькую мечту. Спасибо. А может, этот кораблик передать следующему участнику? Отличная идея. Давай передадим. Утром Никита встал пораньше. Мама предупредила, его ждет сюрприз от края добра. А в это время спортсмены яхт-клуба «Парус» готовили небольшое судно к выходу в море. Здравствуйте. 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 Это Никита, наш герой. Это Сергей Николаевич, директор яхт-клуба. Капитан яхты, на которой вас будет сегодня катать. Чемпион Кубка Черного моря прошлого и позапрошлого года. Как говорится, добро пожаловать на борт, на яхту «Стрелец». К
Крейсерская яхта «Стрелец» от других типов отличается прочным корпусом и устойчивостью. Она не перевернется ни при каких погодных условиях. Судно предназначено для длительных морских переходов и спортивных регат. Вот эта вот веревка называется «Шкот». Ну, это механизм, который управляет парусами. Есть вот основной парус, но мы его сейчас не ставим, потому что ветер сильный. Поэтому мы пока ходим на переднем. Вот держи веревку. Сейчас мы немножечко приведемся к ветру, чтобы лодка развивалась. А ты подтягивай к себе, прям подтягивай. Прям сейчас прям? Да, можешь уже подтягивать. Все отлично. Вот смотри, сейчас лодка разгоняется. Вот посмотри, как порыв ветра подходит. Смотри, сейчас лодочку подходим. Это вот мы выставили парус к ветру, правильно. А скорость какая у вверху? Средняя скорость 5 узлов, но на километр в час это 10 километров в час. Но когда ты идешь в сильный ветер и в волны, у тебя просто вот такие вот глаза круглые, страшно. Ну лодка, да, ее кидает, яхту подкидывает на волнах, брызги тут, ну как бы такой адреналин. Вот этим-то и заражаются люди, то есть как бы не только вот романтика паруса, вот именно когда лодка идет на скорости от ветра. Никита повел яхту «Стрелец» по зеркалу водохранилища. Вот он управляет сам яхтой. Сам? На себя чуть-чуть подними руку. Все ровно, руку вот так. И так держи курс. Держишься? Да, держусь. Никит, как ты думаешь, а какими качествами должен яхтсмен обладать? Смелостью, идти только вперед, никогда не сдаваться. Идти только вперед? Да. С трудом верится, что этот жизнерадостный мальчик, Никита Александров, 2 года назад избежал страшных последствий своей болезни. Он смирился с диагнозом, но мечтает жить без боли и слез. Мы можем ему помочь? Всем краем. Краем добра. Чтобы помочь ребенку, можно отправить смс со словом «Счастье» на короткий номер 7715. А также сделать пожертвование через специальный сервис сайта «Край добра».